сразу. Так. 103,76 последняя цифра. Шесть нету последних цифр. Номер заказа. А нет, тут артикул написано. Вот он. Что? Это не то. Это не то. А где посмотреть номер заказа? Он на самом заказе написан. А заказ кто нам дал? А, да. Да. Я сегодня с оплатой пошла, вы выйдете? Сейчас проверь. Все, да, все. Все, добро. Иван. Где ты там это искал? То есть тут у вас все не подошло? Или как вы поняли, что это тормоз? Это, ну, здесь написано, если брак или не брак. Значит, брака не было. Ну, типа он был, но его не поставили как брак. Где искать номер? Нет. Почему вы не писали как брак? Смешанность. Это же тормоз, что никого не помню. Сейчас. А вы можете изменить, поставить его как брак теперь? Нет. А кто может сделать это? Никто. Я же просил сделать как брак. Служба поддержки. Я сейчас прошу. Привет, ты не знаешь? Даже если бы отметился брак, все равно бы брак прошел через деньги. Ну, за деньги. Почему? Потому что если у вас стоит платный возврат, то это будет платный возврат в любом случае. Угу. То есть вам рюмку присылают, а она треснутая приходит, и вы за возврат треснутой рюмки. Платите. На каком основании? Я не знаю. Кто это сделал? Продавцы отвечают за это. Они назначают цену. Продавцы пишут, что вы в поддержку обращаетесь. Почему у вас оформлено? А в поддержке не отвечают. Ну, это точно не у нас проблема. Потому что... Боже, за это не отвечаю. Да. Вы можете показать, где написано, как мы заказ оформили? Как брак или не как не брак?
оформлено не как брак, но у вас бы все равно сняли деньги. Откуда вы знаете, что... Потому что я сейчас совещалась с офисом, с девочкой поглавнее нас. Угу. Она говорила с тетенькой поглавнее ее. Вот. А почему тогда вчера они как брак оформили? Не знаю, меня вчера нанесли. Это надо обращаться к девочке, которая у вас вчера уезжала. Да. Почему она там сделала? Ваше руководство есть? Да. Как с ним договорить? Сейчас. Игорь, я хочу поговорить. Вы можете мне? Мне не нужно передавать слова. Я хочу поговорить с вашим руководством. Вам нужно писать в техподдержку. С вашим руководителем непосредственно хочу поговорить. Так это Валберис. Руководитель Валберис. Это самый главный. Ну, вот вы сейчас с кем сейчас говорили? Вы же сейчас с кем-то разговаривали? Mm. Я могу написать плохой отзыв, а ваш пункт оштрафуют. Хорошо, пишите. Вам так надо? Пишите, но сначала обоснуйте, почему вы этот отзыв пишете. Вам нужно написать деньги, потому что у вас платный отказ. В любом случае. Почему я не могу поговорить с вашим главным? Ну, мы же не можем его номера раздавать. Ну вы просто наберите и дайте трубку. Я поговорю. Thank you.
Все правильно. Сейчас я оплачу. Ну так что, соедините меня. Не хотите номер давать, просто соедините, и я поговорю. Даже я не могу с главным связаться. У нас есть связь только с офисом. Какая у вас связь вообще? По сообщению, по телеграм. И все. По телеграм? Да. Пусть в ее смену приходит и разговаривает. Да, приходите послезавтра. Она точно не приходит. С полицией уже приходит, да? Ну, приходите с полицией. Но это не к нам. Будьте за обман привлечены. Хорошо. Вот вы идёшь, что обращаетесь? Вам зарплату кто платит? Можете с ним связаться? Нет. Ну, вам объясняю. Потому что это не ваше внимание. Не ваше руководство. Это Балбис. Он сам снимает картину. Ну а то, что брак поставили, это Валдери сделает или тут делают? Обращайтесь к той девочке, которая это сделала. Мы здесь при чем? Соединитесь с руководством, которое вам зарплату платит. Обращайтесь к ней. Или номер телефона дайте. Вам это сделала. Я же в пункт выдачи обращаюсь, а не к девушке какой-то. Ваш руководитель, дайте номер телефона или свяжите меня с ним. Мы не можем вам раздавать номера. Да. Можете рассказать, соедините, если не можете раздавать. Все доброго. И вам всего доброго. Че вы? Выгораживаете свою напарницу. Кто у вас начальник? Кто вам зарплату выдает? Мы не знаем. Вы не знаете? Неделю. Нам вообще не выдавали. Не выдавали. А кто вас принимал на работу? У вас есть телефон? Нету. А как вы сюда попали? Как вы попали на это место, если не знаете ни телефонов, ничего? Я вам не скажу. Потому что это уже не ваше дело. Во-вторых, вы сами виноваты. Какое право вы? Конечно, я виноват. В чем же я виноват? В чем с ними? В том, что вы заказали, потом отказались и предъявляете нам претензии. Хотя я отказался, сказал, оформите как брак. К нам какие проблемы? Мы вам сказали, обращайтесь к той девушке, которая у вас это приняла. Сказали, я в фирму обращаюсь или к девушке? Или к девушке? До свидания. До свидания. Начальником соединяйте. Все прошло, спасибо. Зачем? А вот это вот. Че, не будете соединить, я с вашим начальством. Мужчина, мы вам уже объяснили. Вы не понимаете. У нас нету номера начальства, есть отдела кадров. Можем вам выбрать. Давайте отдела кадров. Вам же кто-то ключи от этого офиса дал, чтобы вы могли войти. В отделе кадров вам выдают? Ну ладно, встретимся в суде, потом будете рассказывать начальству, почему вы с ним не соединили, за что его штрафовали.